Посмотри на эту херню. Я... Нет, живи, чувак, не умирай, я тебя прошу. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, это Happy Wheels. Как обычно, начинаю с уровней подписчиков. Начинаю, кстати, играть, кстати, не сейчас буду во второй раз, потому что замечательно, просто замечательная была история. Начал, записывал, раз комп завис, просто завис намертво. Вот браузерная игра открыта, открыт Super MP3, и оно зависло. Почему? Непонятно. Поэтому сейчас все эти уровни я буду проходить по новой. Даниил Агапов, Don't Move, создатель Otaki Fini. Вот, вот он, пожалуйста, есть, поехали. Да, уже... Уже я, к сожалению, не будет новизны впечатлений, как конкретно вот этого уровня, еще нескольких. Я уже видел этого жирного негра, который, кстати говоря, довольно интересным делом занимается. Смотрите, он играет в гольф, в футбол на газонокосилке. Это же газонокосилка, смотрите, он даже гол умудрился забить. Негр на газонокосилке умудрился забить гол. А знаете, наверное, почему? Знаете, наверное, почему он так решил? Потому что он чувствовал приближение вот этого вот момента, вот этой своей кончины. Он ощущал, что скоро ему конец, что не жрать ему больше в Макдональдсе, не бегать ему больше от куклукс-клановцев, не сниматься ему больше в гангстарэперских драмах и не читать ему больше этот самый рэп. К сожалению, он чувствовал, что жизнь его подходит к концу и решил, надо под конец сделать что-то необычное. Не угнать автомобиль, например, как все от меня ожидают. Не съесть 15 тысяч пиц за раз, а попробовать сыграть в футбол на газонокосилке. Мать его, что это со слова-то такое непонятное? Газонокосилка. Все, получается же. В чем же, блин, была проблема? И... Вот от него, собственно, уже ничего не осталось. Мы видим его сердце, я так понимаю, что это сердце, я надеюсь все-таки, что это не какой-нибудь там кусок правого яйца. И мы видим, как это сердце мотыляется из стороны в сторону, там по всяческим поверхностям, там прыгает, бегает, ползает, пляшет, я не знаю, что еще оно делает. Взлетает, падает, перемещается. И вот на такую вот лесенку тоже попадает, голубую лесенку. Можно было бы пошутить как-нибудь там, лесенка для голубых, потому что она голубая, но это настолько плоская шутка, что я даже не буду ее шутить. Я просто сделаю вид, что можно было бы ее пошутить, и якобы я на самом деле ее не шутил, но на самом деле я ее, в принципе, произнес. Но вы ничего не слышали и не видели. Теперь, да, все продолжается. По-прежнему вот на вот этих вот непонятных мельничках, непонятных штуках оно летает, летает, оно перемещается, сейчас упадет. И, кстати говоря, вот финал для меня был неожиданным, сразу предупреждаю, то есть я не скажу какой. О, ребенок Шварценеггер, мое любимое место, смотрите. Ребенок сидит, и абсолютно не сгибая рук, там, локтей, локтевых суставов, ничего такого. То есть он просто, у него вот, как будто бы молоток его двигает, а не он двигает молоток. И вот, Деки Сагре, вот это потрясающий финал. Я не знаю, почему сердце попало в глаз, я не знаю. Голосовать я уже не могу, потому что, да, вы уже голосовали. Выходим... Нет, все правильно. Я думал, я побоялся на секунду, что я класснул не то. Так, Дмитрий Конев прислал уровень. Ты не найдешь этот уровень. И сразу скажу, что да, это так и есть, я его не найду. Но когда я вбил автора Russian Gamer Cool, я нашел автора, который называется Russian Gamer 6. То есть, уровень я действительно не нашел. Но вот автора какого-то похожего нашел. И у него тут есть довольно неплохой уровень Epic Spike Fall. Почему не Epic Spike? Поспайкфолить немного. Давайте попробуем. Раз уж тот уровень я не найду, может быть, мне это поможет повеселиться. Так, отлично. То есть, не отлично, то есть, хреново. Все плохо, на самом деле. Давай! Ну, почти... Ну, я же уже приехал туда, можно сказать. Так, хорошо, еще раз пробуем. Вога. Кто такая Вога? Что там написано? Сейчас, надо все это прочитать. Вога... Не получается. Так, надо раньше прыгать, наверное. Надо меньше брать ускорение и раньше прыгать. Нет, ну, еще раз, вот так, вот теперь так попробую. Наверное, так должно уже быть как-то ближе к истине, блин. Вы знаете, я его прошел, этот левел, когда вот тогда играл перед зависанием компа, я его прошел со второго раза. Что ж такое-то? Почему сейчас так не выходит? Мне хотя бы, блин, с пятого пройти, я был бы уже доволен собой, но... Как, по-моему, пять раз я уже где-то пять раз проходил, пять раз. То есть, того 25, наверное, 125 раз уже проходил. Я знаю, что я не проходил 125 раз, но у меня, правда, такое ощущение. Я уже немножко подзакумарился. Давай. Упади ты уже в... О! Так, четко, я... У меня даже не получалось тогда. И опять мне сейчас скажут, да, что вы уже голосовали. Хорошо. Выходим. Какой там уровень следующий? А, дальше идут уровни Даниила Геймер. Windows Smash Full. Я того автора, надеюсь, выбрал. Да, типстер R какой-то. А, теперь пробуем кого взять. Вот этих, например. Windows Smash Full. То есть, смотрите, мы можем как-то управлять этой хренью. Довольно. Вот так. И сейчас
Та-дам! То есть, ну вот это, по-моему, было прикольно. Тут я даже... Ну, я тут опять-таки уже ставил, да. Поэтому идем дальше. Какой еще уровень есть? Windows 10 демо. Ну, я попробовал, мне что-то показалось как-то не очень. Вот iPhone Game попробуем. Так. iPhone Game, автор. Да, вот этот вот. Это, кстати, так довольно оригинально. То есть, сам по себе уровень геймплейно ничем особо не выделяется, я бы не сказал. То есть, мы просто вот чувачок, которому нужно срочно скатиться, понимаете? Я очень надеюсь, что вот этот вот уровень, это не является там иллюстрацией моего, скажем так, творческого пути на Ютубе. Мне бы не очень хотелось вот как этот чувак. Но если бы я уже начал скатываться, то я бы, наверное, скатился бы в уровень фиолетового квадратика, потому что мне нравится фиолетовый цвет. В общем, все, с уровнями подписчиков закончили. Спасибо за уровни. И теперь переходим. Сегодня рейтинг. Поехали, как это обычно я и делаю. Так, почему у этого уровня такой высокий рейтинг, я понять не могу. Это больше не шутка. Я думаю, большинство людей уже задолбались от этих «проголосуй 5 и увидишь голую тёлку». Им просто нужно получить жизнь, начать жить. Им нужно начать жить вместо того, чтобы изобретать вот эти вот фальшивые дебильные уровни. Дети тоже же играют в эту игру. Прекратите эти уровни. «Проголосуй 5, и она будет голой». Ты проголосовал. Рестарт. Конечно же нет. Конечно же нас опять обманули. Ладно, выходим. Survive Mine. Не понимаю, что за прикол вообще. Ох, черт, я понял. Вот это интересно. Вот это реально интересный левел будет. Так, получилось. Я выжил, отлично. Быстро я справился. Я, честно говоря, думал, намного дольше будем сражаться. Пога Кинг. Отлично, снова погостик. Там был погостик, тут погостик. Ага. Вот оно как, да? То есть мне нужно так умудриться прыгнуть, чтобы эти копья потратились, но не сбросили меня вниз. Вот каким-то образом надо это проделать. Черт, ты идиот, ты сейчас еще башку свою, блин, Ага, можно было бы сделать вот как. Зацепиться как-то вот этой клюшкой. Сейчас. Есть! Почти! Смотрите! Ах ты, зараза, я уже думал, что получится. Я практически смог. Блин, ну, сейчас. Так! Странную я вещь какую-то крикнул. Обычно кричат типа, ну давай там еще. Так! Какого хрена? Не получается. Надо как-то пережить. Нужно пережить вот эти вот удары, выстрелы. Вот эту хрень нужно как-то перетерпеть. Ого, как четко там голову-то отпилило мне. По самой... Так, еще раз. Опять шапку потерял. Тебя мама будет ругать, скажет, что без шапки. Как со мной это было, например, в детстве. Нет, ну... Ну, не могу! Я пытаюсь... Вы понимаете, что я пытаюсь сделать? Я пытаюсь клешней вот так вот зацепиться за этот край, чтобы потом от него отпрыгнуть. Не получается. Все время почти выходит, но в итоге нет. В итоге не выходит. Это ниндзя! Просто матрица, там, Киану Ривз отдыхают. Что я сейчас сделал? Sword Throw 9. Бросаемся мечами. О, хорошо. Один погиб. Чё они такие, эти мечи, конченые, блин? Давай, нормально, попади в него. Ну, давай. Только меня не задень, пожалуйста. Нет! Пробило голову. Ого, красиво. Так, счетчик смертей. Счетчик смертей. Жирного проще всего убить. Давай, вот. Раз! Не получается. Тоже не получается. Сейчас. Во! Вот как надо! Смотрите, вот как надо сбрасывать. И что он так... Молодой человек, вы не хотите уже наконец-то упасть? Сколько ж можно стоять? На, ладно, так тебе помогу. Ого! Все-таки он упал. Еще голову размажил. Отлично, хорошо получилось, мне понравилось. Ball Fall 2, падение меча. Ези, я делаю вид, что я не знаю английского языка настолько, да. Изи, конечно же. Медиум, изи, медиум. Хорошо, это я, наверное, пройду быстро, мне кажется. Нужно опять мы скатываемся. Я уже это делал в одном из... Ой, в одном из уровней я это уже делал, смотрите. Мало того, что я скатываюсь, я еще и теряю конечности. Очень тяжело. Ну, это спорный вопрос. Мне, честно говоря, кажется, что вот тут как раз не очень тяжело. Потому что потерять конечность об вот эти маленькие пипки, это сложнее, чем, ну, там. Там было сложнее, там было проще это намного сделать. Вот я выжил, смотрите, я даже рядышком с ногой упал совсем, недалеко. Чтобы можно было подобрать и пришить. Possible Challenge. Follow me on Instagram. Нет, спасибо, я даже там никогда не был. Не знаю, как это... Ух, черт. А я что, должен монету взять? Да, получается, я, по-моему, должен взять монету, но...
как-то вроде бы и так засчитали. Спаси себя! Save you! Save. Ну, тут не важно, кем играть, да. Тут мы должны, как обычно... Блин, давай, давай! Есть! Хорошо. Рейд 4, you kill. Я не знаю, я выжил, и это самое главное. Glass break. Ну, можно и поломать стекло. Очень легко. Да, это действительно было очень легко. Достаточно было нажать вперед. Welcome! Спасибо за приглашение. Так. Теперь... Разгоняемся, еще раз пробиваем, отлично, разгоняемся, еще раз пробиваем. Сынок, тебе там как, не подташнивает? Нет, папа, все хорошо, только единственное, ой, единственное, немножко в мозгу, по-моему, что-то отвалилось, а так все нормально. Почему-то у меня сын разговаривает, как какая-то упоротая старуха, не знаю почему, но такой у меня сын, батя стругал его в пьяном виде, понимаете, поэтому так вышло. Давай. О, хорошо, то есть можно даже на заднее колесо там никакой не становиться, и так, в принципе, неплохо. Ну, есть, вот знаете, есть приятное такое ощущение, вот, которое испытываешь, когда вот оно разбивается. Там, кстати, что-то написано было еще, но я не читал. Надеюсь, тебе понравился уровень. Да, вполне себе неплохой. Невозможно на 80%. Так, ну, уже нечто подобное я делал, о, господи. Нечто подобное я уже, в принципе, делал в рамках этой серии. Он живой. Посмотрите, он живой до сих пор. И что же, я не доберусь? Черт! Давай блин, я практически уже был на финише. Ну. Так, еще раз, давай. Раз, вот так. Нет, это не... Ух ты, как красиво его там. Как красиво он полетел. Так, сейчас. Нет. О! Видели? А как мне это... Как это повторить? Не, не получается. Я просто в мясо ушел. Нет, ну он как-то вот именно голову задевает, и я не знаю, что с этим проделать. Вот, отлично, пусть по яйцам можно. В принципе! Надо голову не подставлять как-то, а что, а как, вот отбивать что ли? Ну-ка, сейчас, тихо. А, черт! Я такого еще не видел, блин. Посмотри на эту херню. Я... Нет, живи, чувак, не умирай, я тебя прошу. Это же было просто, я не знаю, восьмое чудо свет. Есть. Перелетел через все, что можно было перелететь, молодец. Нет, не то, метеор фол, падение метеора, вот это интересно. И что? Удачи. А что удачи, что делать-то? То есть я должен проехать под ними? Господи, а у меня уже, честно говоря, аж крыша поехать начала. Я вообще не понял, что происходит. Так, давай быстрей! А, не останавливайся! О, пацана моего зачем? Так. А, ну да, конечно. Еще раз, так, попробуем. Вот это забавно. А, блин! Давай. О, что он там себе отломал-то? Да, черт, нельзя остановиться на эти штуки. Нельзя, сейчас. Все должно быть очень четко, филига! Как он умудряется. Давай, так, good luck. А, ну это не страшно. Ну-ка, давайте посмотрим на это. Сейчас, сейчас. Пацан, я тебя ловлю. А, нет, не ловлю. А, нет, все-таки ловлю. А, нет, все-таки не ловлю. Так, сейчас, погодите. Ну-ка, ну-ка, пацан, давай. О, вот так хорошо. Давай, раздави его, мелкого пиздюка. Не дает мне футбол смотреть постоянно. Папа, есть хочу, папа, иди на работу, папа, корми меня, надоел. Давай, на. Ну да, долби его, чё ты. Давай. Вот так. Ать. Ах, какая прелесть, господи. Ах. Велосипедист, дети-ненавистник. Не знаю даже, какой чёрт. Метеор смещается куда-то. Куда это метеор смещается? Ой, черт возьми, он хуже стал подпрыгивать. Из-за конечностей этого сраного сопляка метеор хуже стал. Блин, ладно, не протянули мы. Хорошо, еще раз пробуем. На этот раз будем пацана... сохранять пацану жизнь, иначе плохо все. Будет с нами. Так, вот теперь тут ждем, внимательно смотрим. Очень хорошо сейчас будет. Я на это надеюсь. Я бы хотел, чтобы все было очень хорошо. Так, поехали! Нет! Ух ты. Черт, ну опять же. Черт, я туда не доеду никак. Как я могу туда доехать, блин? Если это Там уже дальше идет прям очень хорошо написано. Ты глянь, ему только шапку снесло. Голова у тебя такая четкая, если тебе метеором шапку снесло, а сам ты жив. Да. Тут проехал, тут, в принципе, легко. Так, сейчас. Так,
Вот здесь получится, нет? Нет, не получается. Сейчас, еще раз. Давай. Да не успеваю я там. Не, отстаньте меня в покое, блин. Вот чертовый метеор, а? Невозможно же практически. Так, давай еще раз едем вперед. Нет, не так. Знаете, как я сейчас поступлю? Сейчас объясню. Так. Раз, проехал. Теперь. Еще раз. Все, последний раз. Я не знаю, сколько ж еще мы будем этим заниматься. Так, давай, раз, проехал. Так, теперь два, проехал. И вот даже не останавливаясь, прямо. Не, не получается. Не останавливаясь, не получается. Да шапку мне, слышишь, возвращают. Приколисты вообще. Зачем она мне теперь нужна? Я опять не успеваю здесь. Я там не успеваю. Не люблю это. Я не люблю, когда вот так вот прям не получается и все. Ball fall. Fastest will be mentioned in the next level. Самые быстрые будут упомянуты в следующем уровне. Я могу быть упомянутым в следующем уровне? Интересно. Kinda ha... Ну, я даже не знаю, как что-то можно быстрее делать. Так, сейчас, давай. Давай пролетай. О, клево, клево. Я мячи там выбиваю, смотрите. Может, даже кому-то гол сейчас забью. Я понял, самым быстрым я уже, видимо, не буду. У меня вообще как-то не заладилось совсем. Так, давай. Он застрял, у него там один мяч, блин, его держит. Ну-ка, еще раз пробуем. Very easy, давай, посмотрим. Ну да, тут действительно довольно легко, здесь тоже легко, и здесь тоже легко. А вот здесь уже начинается, извините меня, не знаю даже как это объяснить, полный пипец. Вот, смотрите, я вправо-влево надо просто. Вы знаете, может, я даже буду упомянут. Ну, я не знаю, может, кто-то тут вообще как говно в проруби проскочил, но у меня вот так получилось. Найди-ка путь, найди путь, найди-ка путь. Просто найди путь написано. Go that way, иди туда. Хорошо. А, то есть тут надо вслепую двигаться, да? А, хорошо. Что там? Шипы какие-то. Стрёмная хрень. Может, надо перелететь? Не, может, надо вообще шифтом? О! Нашел путь! Я, правда, я не знаю как, я просто шифтом нажал, и он как-то повыше подпрыгнул. Единственное, что я... ну ладно, такие уровни были уже. Arcade Part 1. Посмотрим, что это. Добро пожаловать в Arcade Part 1 by Jackson. Кто-то... Ой, черт. Будет сложно. Ну-ка, пробуем еще. Так, пацана. Пацана убивайте! Убивайте пацана! Зачем я вам вообще нужен? Смотрите. Он мелкий. Он мелкий гад, а я вчера его уже за воровством застукал. Он воровал пирожные. Все, убейте его. Отлично, они его убили. Молодцы. Воровство должно быть наказано. Хотя, на самом деле, он не воровал пирожные, я просто его оклеветал, чтобы меня не тронули. Неоновые игры. Интересно. Ну-ка, посмотрим. Уровень Glass Break. Так. Не, мне кажется, что, блин, наверное, не того персонажа я выбрал для этого дела. Так, давайте-ка сменим персонажа и возьмем вот этих, да. Они у нас должны этим заниматься, насколько я понимаю. Так, раз. Хорошо. Теперь два. Теперь... Ну, понятно, то есть... Все-таки придется, да, как во всех этих ломально-стекольных уровнях, мне придется разгоняться и вот так вот просто выдалбливать. Давай, хорошо, отходим назад. Я говорю назад, не вперед. Ну. О, да, вот ты... Разбил. На таком дебильном ускорении он разбил. Ну, хорошо, это, в принципе, не может меня не радовать. Давай. Раз, два. Давай, тоже задним стеклом так. Отлично, красиво вообще получилось. Видели, как я задним стеклом раздолбал эту хрень? Так, есть. Теперь еще разгоняемся, не будем вот по этой штуке заезжать. Просто вот так пробьем. А вот тут уже сложнее. О, черт, оно сейчас еще и стекло мне может в голову там... Пацанчик мой помер. Ну, это, в принципе, не проблема, он... Я же говорил, он падла мелкая варюга, да, зачем мне вообще нужно? Нихрена себе. Не, вы знаете, я, наверное, на этом остановлюсь, мне кажется. Болл-пол, гарпун-додж. О, поуклоняемся как гарпунчиком. А чё мы уклоняемся? Нормального ускорения так мне придало все это. Да нет, это нереально. Вы что, смотрите, сколько тут всего. Не, ну а чё, пока неплохо идет. Пока неплохо очень даже идет. Джампит. Что джампит? Где там? Куда? Куда джампит-то? А, надо перепрыгнуть. Блин, будет очень обидно, если я сейчас не смогу. Так, надо сосредоточиться. Смог! Смог! И даже три монетки захватил. Отлично. Не, я думал, честно говоря, что не справлюсь с этим уровнем. Смертельный шар.
Нажми Space и вперед. Да, давай. Ну, это ли, вот это я люблю. Это просто расслабиться, посмотреть на расчлененку. Как бы для чего еще нужен Happy Wheels? Он и нужен, чтобы расслабиться и смотреть на расчлененку. То есть этот уровень, он как наверх подняться. Все, я. Блин, я только что расслабился, но я снова напрягаюсь. Я не понимаю, как подняться наверх. Ну-ка, еще раз пробуем. Space и вперед, да? Ну-ка, смотрим. Все! Не могу, не поднимается. Ну ладно. Не знаю, может быть, может какой-то глюк, но не поднимается. У меня никак не поднимается. Трактор Jump Flex. Ну давай. А, понятно. Так. Есть, видели? Ну да, будем считать, что это мясокомбинат для любителей каннибализма. И я победил, потому что я стал лучшей... филейной вырезкой. Ну, посмотрите на это. Это же можно реально небольшую китайскую деревушку накормить вот этим жарабасом. Потому что вообще-то это победой сложно назвать. Ну, если не считать, что я там чемпион по... в этом, как его... Как я сказал только что. Перемотайте, послушайте. Я уже забыл этот бред собачий про фабрику каннибалов. Если не считать, что я экспонат... экспонат, предмет фабрики... Предмет... кусок мяса на фабрике каннибалов, то и вообще-то я проиграл, потому что чувак просто в невероятнейшем состоянии умудрился приземлиться, скажем так, к победе. Уровень 1. Как управлять этой сранью? Ух ты. Я понял, вот так управлять, да, то есть вверх нажимаем, так, отбиваемся нашим пропеллером от всего, от чего можно отбиться. Как он хреново летает! Мужик, что ты так хреново летает? Где финиш, кстати? О, левел 2! Это там только... Ой, мамочки, тяжело будет. Но интересно, тяжело, но интересно. Так, давай-ка тоже отобьемся вот от этого. Давай, куда-нибудь подальше туда. Есть, отлично. Так, здесь у нас... Блин, успокойся, чувак, что ты такой нервный? Все, просто вверх. Просто спокойненько себе вверх. Давай, уровень 2. Поехали. Что там у нас на уровне 2? Тоже отбиваемся от этого говна. Не трогайте меня, нет, нет, не трогайте меня, отстаньте, отстаньте. Угомонись. Все, 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 спокойно, спокойно. Не трогайте меня. Главное почаще успокаиваться и вообще ничего не нажимать. Тогда он немного стабилизируется в полете. Чувак, так. Боже мой, блин. Да как я должен управляться со всем этим дерьмом? Так, давай, стой, назад. Нет, наверх, просто лети наверх. Там еще шипы сейчас будут какие-нибудь. Не, ну куда ты меня подсаживаешь? Че, отстаньте от меня все. Вот куда мне надо. Там еще эта минка, да, ну вот, минку я отбросил, в принципе, нормально. Так, стоп, тихонько. Есть, теперь тихонько наверх. Ну, у меня должно получиться. Как беспокойно ногой болтает этот жердяй. Ему, видимо, скучно там уже. Ну, я не знаю, как ему может быть, в принципе, скучно, если подумать. Мне явно не скучно. Это самый адреналиновый левел, наверное. Ох, черт! Нет, меня сейчас взорвет! Взорвет меня сейчас! Не надо меня трогать! Отстаньте от меня, суки! Давай, вот так! Пробили, есть! Я до сих пор жив! Я впервые, в принципе-то, управляю этим говном, и я до сих пор живой! Представляете, сколько метеоров я уже облетел! Космос! Мы в космосе! Нет, отстань! Ух, хорошо. В пизду. Другого слова не подберу. Я не буду перепроходить это все по новой. Сколько? 20... А, ну полчаса играем. Ну смотрите, давайте-ка еще посмотрим что-нибудь. Или не полчаса. Не, чуть меньше, наверное. Все Spikefall попробуем. Так. Джсе, это у нас Джесептикай, да? Ну ладно, давайте попробуем один разок хотя бы пройти его левел, почему бы и нет. Ну, ребята, он же играет в Happy Wheels уже хрен знает сколько лет, наверное, да? То есть для него этот Spikefall просто так, и все. Ему надо что-то посложнее придумать. Man Loaning by Dev India 1813. Я не успеваю читать, я украл твой торт. Давайте читать. Давайте будем читать, что там происходит. Итак, стрижем газон из голов людей. Я твой папа. Подожди. Почему же мы это делаем, если он мой папа? Ух ты, смотрите. Можно его прям засосать четко. Обалдеть. Так, папу засосали. Твой коллега по офису. Какому офису? Офису газонокосильщиков, что ли? Офису жирных негров? Я съел твой пирог. А, вот это уже, чувак, ты, конечно, извини, но это уже перебор. За такие дела я
жирный негр по имени... жирный негр. Пусть его так и будут звать. Тебя убью. Я съел что-то тоже. Знаете, у него головы уже нет, между прочим. Ну давай, давай съедай его. Не съедай. Осталось немного. Я твой очень старший брат. А вот это будет интересно. Это будет... О, смотрите, сколько кровищи. Ни хрена себе, чувак, брат. Похоже, мы с тобой были. Я такой же жирный. Я украл твой пирожок тоже. Что-то тут все воруют мои пирожки. Все такие дрыщи, но все у меня воруют. Хоть бы с толком воровали. Никто даже вон толком не может себе веса нормально набрать. Аж. А я дальше поехать не могу почему-то. В чем бред? В чем прикол? А, вот, хорошо. Я был твоим другом по классам йоги. Ты был хреновым моим другом. Ты совсем не стимулировал меня нормально заниматься. Посмотри, какой я толстый. Ты съел моего отца, не так ли? А, ну да, девочка. Так и было. Ты, конечно, извини, но твой отец просто, он с кетчупом очень хорошо идет. Я твой самый грубый босс. Так от тебя уже ничего не осталось, слушай. Ну все, всем отомстил, кому только мог. Как мог, то есть. Всех, по всем проехался, всем отомстил. Hand Magic Glitch, что это значит? Глюк с магией руки? Схватай мяч и брось его, держи 10 секунд, когда будешь с ним. Черт, это сложно. Сейчас, ну-ка еще раз. О, держу. Ух ты. Я понял, вот это вот и есть. Через 10 секунд отпусти и используй свое управление. 10 секунд прошло. Раз, два, три, четыре, пять. Ну и до этого точно было 5, поэтому давайте. Прикольно. Тара-та-та-та-та-та-та-та-та. Да, классно. Классно. Это старый какой-то прикол из Happy Wheels, или это недавно нашли? Мне вот интересно. Может быть, много таких уже было уровней? А это типа для нубов вроде меня, но я такого никогда не видел. Вот. Ох, я остервенелый человек-крот. Да, весело, конечно. Ладно. Давайте. Thanks. Выходим. Падение смерти. Подпишись на моего друга, его канал. Да не собираюсь ничего делать. Какой канал? Мне, дай бог, свои ролики успеть снять, не то чтобы еще что-то смотреть. А вот он, получается, и попал я. Вот здесь вот я и лоханулся. Оказывается, там мне не дают просто... Блин, давай, вынимай свои ляжки дебильные. О, черт, ну как ты вот... Что ж они такие дрыщи трахитосные? Неужели так сложно просто не сломать себе, блин, руку? Давай, еще раз пробуем. Так, раз-раз-раз, взял монетки, все, отлично. Теперь здесь пройду, наверное, нормально. То есть там в углу никак не получается, но здесь должно уже получиться лучше. Давай. Какие жесты классные. Так, давай теперь вниз. Ой, хорошо, получается. В принципе, неплохо. Так, съезжаем. Только смотри, жопой не напарись, пожалуйста, вот на это. Молодец. Все, Аккуратно. Я же говорил аккуратно. Ну, все, ну это уже извините. Да, конечно. Еще раз пробуем. Мне надо туда одним целым приехать как-то, а я вот умудряюсь. Давай, тихонько. Неправильно. Вот так, потихоньку скатывайся, потихоньку. Теперь вперед. Теперь сюда. Вот, хорошо. Еще. Надо как-то ногами вперед. Ногами вперед нужно. Понимаешь, это из мамки рождаются головой вперед, а тебе на... О, вот почти... Он издал звук, он еще живой. Да, блин, опять у него нет головы, сука. Ой, ух ты, смотрите. А что мне, кстати, мешает просто вот так вот выпрыгнуть оттуда? А ну-ка, сейчас попробуем. Нет, сейчас, назад. Давай назад. Вот так вот, скатывайся просто. Скатывайся и катись себе вперед. Ага, ну конечно, да, но здесь уже будет... Вот здесь уже никак, да, я согласен. То есть остается только вот реально. Давай. Оп. Тадынь, 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 аккуратно. Ноги нет. Ну как бы она есть, она еще висит там на чем-то еле-еле. Давай, подтягиваемся. Как, наверное, тяжело подтягиваться, когда у тебя ноги нет. Когда она висит на чем-то еле-еле. Но... Ух, как четкая хирургическая операция. Видели, как ему обрезало? Так, я жив пока. Стоп, давай. Нет, ну куда ты? Ну, блин, ну надо было падать, надо было отпускать. А я не отпустил. О, сразу без ноги остался. Где она там? Она там застрянет, наверное, в углу, да, я так понимаю? Давай будем смотреть сейчас.
Не, уже все, уже ногу, по-моему, потерял безвозвратно, мне кажется. Так, давай, ну здесь легко. Пролезай, я тебя прошу, у меня уже просто от нетерпения, я не знаю, у меня аж конечности начинают сводить. Мои родные, не его вот эту, а обрубок несчастный. Так, стоп, меня уже самого типать начинает от нетерпения. Есть! Только не говори мне, что эта скотина сейчас опять умерла. Он жив! Наконец-то, давай вот башкой. Победа. Все-таки я победил. Don't move. Village Track Ride. Ну-ка, интересно, что это? Жди, чтобы экран, нажимай вперед, нажимай Spacebar to Breaks. Ну-ка, давай. Сейчас, стоп. For Breaks. А, я понял. На пробел мы тормозим, да? Хорошо. В никуда. В никуда меня ведет. Офис никуда. Так. Мороженое никуда и сладости никуда. Газ и ойл никуда. Почтовый офис никуда. Что это за странное такое никудашное место? Совершенно никудашное место для того, чтобы... Пит. Пит? Тут где-то какой-то пит сейчас будет? Нет, не вижу я никакого пита. А какие вообще питы известные бывают? Я что-то сейчас пытался вспомнить хоть одного знаменитость по имени Пит, и мне не удалось. Пирс Броснан вспомнил, но это не Пит. Все, я так понял, доигрался я? Не, погоди, смотрите, мы сейчас можем как-то выровнять эту ситуацию. Вот машина наша немного. Блин. Черт. Ай, дела. Так, ну-ка, хорошо, давайте еще раз попробуем проехать. Давай, старый хрен, езжай. Вот, отлично. Сейчас будет захватывающий уровень. Просто... Ну хотя бы дайте уже этого мелкого петуха сбить, я не знаю. Ну чё, мы просто едем и едем. Я хоть убить кого-нибудь. Нельзя, что ли? Неужели так жалко вам? Местный банк. Да. А я что-то, может, должен делать с этим совсем. Вот я, пусть местный банк. Может, я могу тут остановиться и что-то произойдет? Ничего. Просто на все смотрим. Куда-то еду в никуда. Вот реально. В городе никуда, который называется никуда, я еду в никуда. Вот. Просто иначе я это описать все не могу. И сейчас я должен как-то упасть вниз, но так, чтобы он себе там все не переломал, к чертовой матери. Тоже же надо учитывать. О! Хорошо получилось. Пещера никуда. А испытание какое-то будет на прочность? Мину хотя бы там объехать, я не знаю. Или какого-то старого козла задавить, такого же, как в машине сейчас сидит. Мне бы не помешало это. Но нет, вместо этого мы просто едем и по кочкам. Господи, у меня аж, вот реально, вот знаете, бывает такое ощущение, когда ты засиделся, и у тебя от нетерпения сводит буквально все мышцы. Вот у меня сейчас то же самое. Мне прям аж просто хочется что-то, я не знаю, попрыгать, я не знаю. Но тут еще и такое занудство, вот это занудство, вот то, что сейчас на экране происходит, это реальное, блин, занудство. Я не знаю, зачем это делать было. Давайте какой-нибудь экшен. Экшен мне. А, ну слава богу, я уже думал, все, я тут застрял. Вот так никуда, как никуда. Езжай осторожно, скоро возвращайся. Это было просто прекрасно. Ну и давайте напоследок что-нибудь... Давайте что-нибудь такое экшеновое найдем. Ну-ка, правда Happy Wheels? Я хочу кое-что... Да! Что происходит? Я хочу кое-что сказать, прочитайте все. Ничего себе экшен я нашел. Некоторое время назад я покинул Happy Wheels из-за того, что он начал быть скучным и идиотским. Вот насчет скучным, прошлый уровень прям в точку. Я имею в виду, смотрите, сегодняшние лучшие уровни по рейтингу. Вы что-нибудь видите? 5 типов уровней. Голый глюк девочка, голая девочка глюк. Прекратите делать голые девочки глюки. Копия любого хорошего уровня, уровень без дизайна, хороший уровень. Ой, слушай, чувак, ты, конечно, извини, блин, я понял, ты тут, да, ты с душу излил там свою, но я просто сейчас на это все смотрю, и знаешь что, иди ты в жопу со своими словесными излияниями, давайте лучше посмотрим что-нибудь еще. Я хочу что-то напоследок такое, где экшен, понимаете, вот реально, где что-то происходит. Блок челлендж, ну-ка, ВВЕ, это же рестлинг, правильно? Я вернулся, ВВЕ. Да что так, я не... И что я должен с этим делать? Как тут победить? Стоп, может быть, я должен остаться, а он... Ух ты, ну вообще это прикольно, на самом деле. Вот этот... Ох, какая красота! Смотрите, мы можем множеством разных способов его убивать.
Вот это, по-моему, да, это даже, знаете, это будет достойным завершением сегодняшней серии. Сейчас, я хочу его вот так вот красивенько как-то. Не, я хочу, во-первых, попробовать как-то наперед. Я могу наперед? Вот, смотрите, у меня получилось практически. Сейчас, вперед, вот, и отпускаем. И самому при этом, самому-то при этом можно же остаться как-то, наверное, на поверхности, да? Ну-ка, сейчас. Нет, не получается, никак не выходит. Блин, сложно. Просто пробел. Нет, не то. Вот, значит, вперед и вниз надо нажать как-то. И тогда я еще более-менее... Нет, нет, не так. Вперед. Зараза. Сложно. Мне сложно, по крайней мере. Уж не знаю, кому как. Попробуй просто так поуправляй этой сволочью. I am back. А что это вообще реально за эльф Санта-Клаусовский, блин? С кем мы сражаемся? Что это за мальчик-зайчик? Мы действительно, мы сильно хотим ему навредить? По-моему, он такой милый. Я... О, ну отлично, теперь я еще и... Единственный, кто... В чем цель уровня-то? Наверное, в том, чтобы убить его и остаться в живых самому. А еще, может быть, лучше цель уровня в том, чтобы остаться самому вот наверху. Так. Просто вперед. Просто вперед зажимаем. Нет, просто зажимаем. О! О, вот как я это сделал? Так, отлично! Вот будем считать, что на этом я и выполнил свою задачу. Я остался жив, а он помер. Я остался наверху, он внизу. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии под этим видео, ставьте этому видео лайк, открывайте описание к ролику, там огромное количество различных плейлистов, отсортированных там по категориям, по рубрикам, посмотрите внимательно. Там же есть ссылка на группу ВКонтакте, вступайте в нее, перед вами плейлист на Happy Wheels, открывайте его, и всем счастливо, всем удачи, всем пока.